Вдоль Дерибасовской прошагали средневековые воины. Реконструкторы, закованные в рыцарские доспехи, прошлись по центральной улице Одессы, анонсируя первый масштабный фестиваль «Пороховая башня». Юлия Долгонюк расскажет больше. Одесса превращается в центр средневековой культуры. Согласно исторической традиции, парад рыцарей открывал турнир и давал возможность зрителям и судьям познакомиться с его участниками задолго до состязания. В нашем случае торжественное шествие предваряет первый международный благотворительный фестиваль реконструкции «Пороховая башня», который начнется в парке Шевченко. Павел – экономист по образованию, бармен по призванию и викинг в душе. Реконструкция рыцарских боев – это его хобби, которое плотно переросло в жизнь. Чтобы перевоплотиться в средневекового воина, он вводит определенные, а порой и жесткие ограничения. Живем на сене, живем в шатрах, из натуральной ткани, не спим на карематах и без спальников. То есть, как действительно жили люди. Едим ту еду, которую готовили тогда. Пьем из деревянных кружек, едим деревянными ложками. Ну и, соответственно, из деревянной посуды. На рыцарях комплект английского пехотинца 14 века. Реконструкторы представляют отряд Хьюго де Куртене, который героически сложил свою голову в столетней войне в 1374 году. Общий вес доспехов порядка 32 килограмм. Вооружение – это так называемый фальшион, найденный в реке Торп в Англии, то есть относящийся к тому времени. Вот, короткий небольшой фехтовальный щит «Баклер». Вот, ну и двуручная алебарда, то есть двуручное древковое оружие, рассчитанное на то, чтобы проломить эти самые латные элементы защиты и отправить своего противника к праотцам. Музыка, мечи, доспехи – все сохраняет аутентичность средневековья. И в Украине, слава богу, и в целом по Европе есть немало музыкантов, которые занимаются тем, что реконструируют музыку в первую очередь. Музыки сохранилось достаточно много, потому что нотная грамота появилась довольно давно. Есть сложности с ритмом иногда, потому что не было еще четких определений, как сейчас. Но музыка есть сохраненная, восстановленная, и есть немало коллективов, которые ее исполняют. Реконструкторы с удовольствием позируют на камеры и показывают элементы рыцарских боев. К слову, посмотреть на такое зрелище собирается множество зевак. Чуть-чуть щит ниже, а то лица же не видно. Это ж пафос, пафос. Наша уникальность города, то, что у нас какие-то постоянно уличные концерты, да, или вот то же самое сегодня представление, это привлекает туристов. Да и, в принципе, людям, горожанам тоже очень интересно. О том, что хотят создать один из самых масштабных фестивалей реконструкции, организаторы говорят без стеснения. У вас такие серьезные планы. Мы любим славу. То есть хотелось бы побольше привлечь внимание. Дело тут не в каких-то заработках, а в создании нового просто имиджа, что ли, создание нового слова в одесских развлечениях, что это не только покатушки на электрокарах, не только тетя Соня или там какая-то бандитская Одесса. Одесса может быть еще и туристическая, Одесса может быть еще и рыцарской. То есть, например, Прага этим отлично кормит себя. Фестиваль исторической реконструкции «Пороховая башня» пройдет в Одессе с 20 по 22 мая. Юлия Долгонюк, Евгений Ячменцев, Думская ТВ.